вот я еще хочу снять каскад, показать, как вот все организовано, как они скупаются. Это горная вода, чистейшая вода. И вот хочу показать, куда мы сейчас будем подниматься на машине, на смотровую площадку, чтобы посмотреть эти же пейзажи, только наверху. Вот на этой горе есть смотровая площадка, и вот мы на нее поднимемся. Вот, сейчас увидите это в следующей части моего ролика.